Привет-привет, мои дорогие зрительницы! С вами Лилия Донскова. И прежде чем начать видео, хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной и за то, что вы пишете комментарии, ставите лайки. Мне это как минимум очень приятно. И ваши комментарии помогают мне для того, чтобы разнообразить наш видеоконтент. Поэтому оставайтесь на нашем канале, а сегодня мы с вами будем листать такой чудесный каталог вместе. И уже по такой традиции сложившейся, я вам буду показывать как раз те продукты, которыми сама пользуюсь из этого каталога. Ну что, полистаем? Эй, помощник, давай я буду видео снимать. Кот. Эй, уходим, котенок. Ой-ой-ой. Все. Убирай свои уши. Помощник прибежал. Ну что, приступаем? Сегодня мы с вами будем смотреть вместе каталог Oriflame номер 11. Он уже скоро стартует, буквально 6 августа. По нему можно будет выписывать любые понравившиеся вам продукты. А я вам сегодня покажу то, что есть у меня. Кстати, я себе выписала пробник новой туалетной воды, который представлен на страничке номер 3. Она называется On the Edge. Очень дерзкий действительно аромат, мне понравился, и я сразу решила, что тоже себе закажу такую водичку, она мне очень симпатична. Здесь у нас парфюм мужской. Ага, сразу покажу сумочку, не устаю ей радоваться, какая она красавица. У нее вот такие классный ремешок. Мне понравилось то, что цепочки внизу, а сверху, где как раз на плечо ложится ремешок, сделано под кожу. Из-за этого кожа очень комфортна, нет никаких дискомфортных ощущений. Сама сумочка, посмотрите, какое это чудо. Она на молнии, у нее много-много здесь пространства. Никаких вот кармашков я здесь не обнаружила. И это радует, то, что вмещает сумочка очень в себя много. И посмотрите, какой у нее красивый дизайн. То есть эти чешуйки, они сейчас очень модные, пайеточки. Их можно вот так вот сделать сумку черной, можно сделать ее переливающийся хамелеон. Короче, красота просто необыкновенная, чудо-чудное. Поэтому я думаю, эта сумка у нас уже скоро уйдет из коллекции. Успейте ее выписать всего лишь за 899 рублей. А далее, что у меня здесь есть из этой коллекции? Тушь, я вам продемонстрирую. Шикарная тушь с эффектом накладных ресниц The One Hypnotic. Вот такая у нее интересная кисточка. Обратите внимание. Она получается, с одной стороны щетинки длинные с двух сторон, а если повернуть боком, то по бокам щетинок вообще нету. За счет этого получается очень классный эффект, ресницы шикарно прокрашиваются и выглядят очень объемными, такими огромными, просто супер. Из коллекции стойких карандашей у меня есть два оттенка, черный и как раз зеленый, я вам сейчас их покажу. Карандаши стойкие, такой вот красивый зеленый цвет, видите, какая стрелка получается. И черный. Я очень люблю эти карандаши, потому что они вот реально классно лежат. Ими очень удобно накрасить стрелки. И самое главное, что они стойкие. Их очень трудно стереть. То есть, если вы просто там попали под дождь или куда-то там поплакали, например, да, или просто слезы счастья, то он, конечно же, не смоется. Я вам чуть позже продемонстрирую как раз специальные средства для очищения, удаления макияжа. И вы посмотрите, как раз удаляется макияж. А вот таких теней у меня нет, поэтому не показываю. С этой странички у меня тоже ничего нет, но я хочу обратить ваше внимание на корректор, который осветляет круги под глазами, маскирует морщинки, другие несовершенства кожи. Я себе его обязательно выпишу, потому что у меня сейчас другой корректор, и такого мне как раз не хватает. И обратите внимание на BB-крем, тоже шикарный крем, я его брала, пробовала, мне очень понравился, дочки тоже брала, SPF 30, приятный фактор, пока еще солнце активное будет весь август и сентябрь, этот BB-крем будет самое то, что нам нужно. Коллекция лаков. Любой лак всего за 199 рублей, я все свои лаки доставать не стала, у меня есть обзоры отдельные по лакам, хочу вам показать несколько оттенков. И вот как раз такие вот золотистые, зеленые. У меня на ногтях сейчас желтый лак из этой коллекции.
чем они примечательны, то что они выглядят как гель-лаки, очень стойкие, быстро сохнут, такое классное покрытие, то что вот здесь один слой. То есть покрываешь один слой, быстро высыхает и долго держится. Для меня это очень важно, потому что я люблю, чтобы лак накрасить и подольше с ним ходить, чтобы долго не перекрашивать. Поэтому я вам прям рекомендую эту коллекцию. Очень довольна, все время беру только отсюда лаки. Кисти. У меня, конечно, кистей очень много, но и именно вот из этой коллекции у меня есть только... Так, сейчас покажу. Так, щеточки вот здесь не представлены. Ну, покажу вот как она выглядит. Очень красивый дизайн, такой светлый, как под дерево, скомбинировано с металлом, с черным. У меня есть как раз кисточка скошенная для бровей, потрясающая кисть, шикарная. И кисть для подводки, она с изломом, и за счет этого так удобно красить стрелочки. Если у вас есть, например, там гель, подводка гель, или вы хотите как-то прорисовать мокрый эффект, сделать стрелочки тенями, то кисть просто супер. Вот ни капельки не пожалела, что ее взяла, хотя долго на нее смотрела, и очень рада, что она есть у меня в коллекции кистей. Просто она чудесная. Так, ну я не стала приносить свои вот эти спонжики из ванной. Раньше все время брала вот такую губку для очищения кожи. Она великолепно снимает, особенно классно, плотные маски, которые тяжело удаляются. И сейчас мой любимчик — это спонж Коньяко. Просто великолепный, восхитительный. Всего 299 рублей стоит. Пользуюсь я им уже год, и он прекрасно себя держит. Есть некоторые там, ну, в каком-то месте там чуть-чуть разрыв пошел. Ну, настолько незначительно, ни капельки не мешает. И я просто общалась с девчонками, которые покупали дешевые такие спонжи Коньяко, чтобы сэкономить деньги. У них они сгорели буквально за месяц. Поэтому, как говорится, скупой платит дважды. Я от него просто в восторге. Есть у меня, конечно, все эти пилочки и щипчики. Вот эта пилочка моя любимая. Очень хорошие щипчики из нашей коллекции, роскошные перчатки, девочки и мальчики. У кого вот сухая кожа рук, пользуйтесь, пожалуйста, перчатками. Наносите сначала жирный крем для рук, потом одевайте перчатки, и с ними можно и спать лечь, они просто чудесные. Так, здесь из этой коллекции я вам покажу только щетку. Вот она моя щетка, это не зубная щетка, это щетка шикарная для тела. Недавно я снимала обзор как раз по уходу за телом, можете посмотреть его. Я там подробно рассказываю про эту щетку, она просто клевая. Она достает в любые местечки, до спины в любом месте, шикарно усиливает кровообращение, пилингует кожу, буквально вот небольшое количество геля или скраба на влажные щетинки наношу, и просто происходит чудо-магия. Прям рекомендую всем. Так, здесь у нас средства для волос. Сейчас покажу. У меня сейчас есть кондиционер, как раз сегодня вот новый открылась с ним. Делала уход за волосами. Восхитительный, крутой, классный кондиционер, профессиональный. Волосы просто, они у меня настолько длинные, и если кондиционер, ну, не очень там как бы хороший, то я не могу их расчесать. После этого кондиционера расчесывание волос — это просто само удовольствие. И есть у меня из этой коллекции, вернее, была вот такая баночка-маска, она кончилась, вот прям буквально только баночка вот осталась, даже еще не успела выкинуть ее. Тоже клевая, классная маска, мне она очень понравилась, и шампунь из этой коллекции тоже шикардос просто. Но особое внимание хочу обратить вот на эту сыворотку, потому что если вы хотите отрастить волосы, то обычно проблема возникает, то что сохнут кончики волос, их хочется все время постричь, подровнять, потому что начинают расслаиваться кончики, да, такие язычки появляются, волос становится серым, таким неприятным на вид, и вас спасет вот эта восстанавливающая сыворотка для сухих поврежденных волос. Она просто вот волшебная, классная. Забыла ее взять, но у меня тоже такая есть. Брала я серию полностью для окрашенных волос, тоже осталась очень даже довольна. Так, обязательно обратите внимание на сухой шампунь, я его не принесла, но тоже мы пользуемся постоянно, очень удобная штука, если нужно срочно привести волосы в порядок, а мыть голову, например, некогда или негде, всегда беру с собой в путешествие, потому что бывает, что в дороге, ну, не очень удобно с волосами.
шикарные мусс и лак для волос. Тоже дочка у меня пользуется ими постоянно. Делает кудряшки, укладки. И я хочу вам показать красочку для волос, как она здорово сделана. Такая вот коробка. Огромная инструкция там на всех языках мира. И в состав, вот такой вот классный состав. Здесь на инструкции есть внутри перчатки. То есть даже не нужно отдельные перчатки, уже все продумано. И вот очень удобно, потому что я волосы крашу сама. Очень удобно вот из-за этого флакона, то что здесь уже есть разбавитель краски, здесь сама краска откручивается, выдавливается из тюбика краска, все это вот так взбалтывается, как в блендере, потом отламывается хвостик, и я вот через этот наконечник распределяю вот, ну, по рядочкам, расчесочка отделяю рядочек, распределяю краску, потому что прокрашивать нужно в основном только корни уже, и... Все великолепно получается. У меня даже вот все подруги удивляются, как я могу свои огромные длинные волосы прокрашивать. Вот легко, вот очень удобная форма. Но больше всего, чего я в восторге, это вот от этого пакетика, это маска. Это маска для волос, равных ей я еще не встречала. Она как будто бы восстанавливает волосы и омолаживает их. После этой маски... Несколько дней волосы выглядят так, как будто бы я сделала кератиновое выпрямление или ботокс в волосы, хотя этого никогда в жизни не делала. Но вот я видела эффект просто у девчонок, кто делал. Вот такое же впечатление, поэтому рекомендую нашу краску. У нее в состав входит, ну, богатый очень состав, но самое главное там масло льна и омега-3. То есть восстанавливает, питает волосы, и мой цвет 3.0. Кстати, это не черный цвет, это темно-коричневый. Но на моих волосах он смотрится достаточно насыщенно. Некоторые думают, что я даже крашусь черной краской. И вот, я вам хочу показать вот этот массажер. Он здесь в фиолетовом цвете представлен. Ну, цвет не имеет значения, я считаю. Самое главное его качество. Во-первых, шикарно, удобно для руки. То есть он не выскальзывает. Я его держу между пальчиков вот так. Очень удобно фиксируется. И когда делаешь вот так по волосам в голове, усиливается кровообращение, это очень полезно для волос, но еще я его использую как антицеллюлитный массажер, то есть я наношу гель антицеллюлитный на тело и вот такими вот движениями, как бы, да, вот продираю всю кожу, он шикарно разогревает кожу, вот эти вот такие приятные пальчики, очень классные, пользуюсь я уже 2 года этим массажером, видите, у него, ну, никак вот качество его не ухудшилось. Да, внешний вид у него шикарный. Ну, чуть-чуть может помыть, потому что пользуюсь я им каждый день. Классная вещь. И просто шикарная цена, поэтому даже думаю, что надо будет взять еще. Может быть, на подарки или дочке нужно такой подарить обязательно. А, классные вот эти шампуни серия Love Nature. Шампуни великолепные. Гели для душа. Все брала, все пробовала. Очень довольна эффектом, качеством. Далее серия очень классная для всей семьи Loving Care. У меня есть несколько продуктов из этой серии. Я вам принесла посмотреть шампунь и кондиционер 2 в 1. Вот он у меня уже заканчивается, вот прям немножко осталось. Смотрите, какой дизайн бутылочки клевый. Объем 400 мл, очень концентрированный, надолго хватает. Ну и просто приятно. Вот, и просто приятно даже вот в руки взять такой вот, вот, мне нравится эта серия, она чисто такая шведская, очень красивая, нежная, без излишеств, да, потому что шведы, они такие люди, как говорится, ничего лишнего. То есть приятная серия, шелковая нежность, но эту серию я не беру, мне немножечко не подходит аромат, что-то в этих нотках меня не радует. Так, на этой страничке я вам покажу вот наборчик. Это эссенза, жидкое мыло для рук и лосьон для рук и тела. Ну, кстати, жидким мылом я просто купаюсь. Мне симпатичен этот аромат, но он более, мне кажется, какой-то мужской. Да, больше для мужчин. Ну, вот я весь крем практически уже измазала, потому что я просто обожаю из этой серии все лосьоны, они просто бомбические. Они содержат натуральные масла, натуральные компоненты, отдушек никаких вот таких дешевых нет. То есть он очень дорого выглядит, очень дорого в использовании. То есть ты понимаешь, что это дорогой, шикарный VIP-продукт. И кожа, конечно, просто обалдевает от этого качества. Мне очень нравится. И даже не жалко этих денег, потому что, ну, когда смотришь первый раз на цену, думаешь, ого себе, как дорого. Нет, это, оно этого стоит. Потому что это совсем другое качество, совсем другое восприятие и эффект, соответственно. На этой страничке
нас радует дезодорант. Вот покажу свой зелененький новый, прям вот взяла только. Хорошие, качественные, клевые дезодоранты. Мне они очень нравятся. И тоже нравится их дизайн. Такие прикольные, обычные, классные дезодоранты. Мой любимый Феминель, для гель для интимной гигиены. Он просто шикарный. Если мы его будем сравнивать с другими гелями, которых у нас огромное количество, он просто на другом уровне. Просто на другом уровне, потому что когда вы попробуете его, да, и сравните с обычным гелем, вы поймете, что это совершенно что-то крутое. То есть это не просто ухаживающий эффект, это, это просто, все там. Я в восторге. Конечно, он и стоит в 3 раза дороже, чем обычные гели, но он стоит этих денег. Далее, серия солнцезащитная. Солнце еще очень активное, поэтому не забывайте защищать свою кожу. Эти средства, они не предотвращают загар. Напротив, вы также будете круто загорать, но просто вы не будете сгорать, и кожа не будет получать негативного влияния ультрафильтров. Просто будет качественный, красивый, ровненький загар, без ожогов, без красноты, без бессонных ночей, да, все будет классно. Но самое важное, помните, что на первом месте первый фактор старения кожи – это ультрафильтры. Он занимает первое место, просто задумайтесь. Просто посмотрите в интернете, есть очень много фотографий, по-моему, так называется мужчина-камазист, если найду, вам пришлю ссылку. Просто разница, когда человек едет всю жизнь за рулем, и у него одна сторона все время обращена к солнцу, а другая нет. И как у него постарела кожа с одной стороны, то есть как будто бы это вообще 2 разных человека соединили вместе и сделали фотографию. Просто нереально страшная картинка. Поэтому лучше всего, да, подумать о последствиях, не жить только днем сегодняшним, а думать о будущем. И у нас новинка «Суперсемейка» на наших страничках появилась. Я думаю, что детки будут в восторге. Конечно, у меня пока такой серии нет. Но здесь будет шампунь, мыло. И можно взять набор. Вот обратите внимание, набор, который содержит 2 продукта, шампунь и мыло, стоит 219 рублей. И один шампунь 219. Просто указывайте вот этот длинный код, и тогда мыло как будто бы идет в подарок. Очень шикарное предложение. Для детишек вышла новая зубная паста, тоже красивая, классная, из мультика. Мы знаем диснеевский, да, львенок, он деткам очень нравится, поэтому берем для своих детишек в подарок, и для личного пользования можно брать. Коллекция мыл. Обратите внимание, хорошая цена на мыло. Просто великолепно. Вот один из моих любимых, пряный цитрус. Обожаю это. Вот эти мыла, они просто вот, как делают мыло ручной работы. Очень дорого, очень красиво, очень ароматно. И можно использовать просто как дезодорант воздуха, освежитель воздуха. Я просто открываю упаковку, кладу куда-нибудь или в белье. У меня брат забрал такое мыло, положил его в машину и сказал, как круто пахнет Новым годом. И вот он у него дезодорирует машину. Тоже маленький лайфхак. Надоест, потом можно руки помыть. Так, здесь у нас пошла мужская коллекция. У нас нет этих парфюмов, поэтому я на них не буду заострять свое внимание. Есть вот такая серия Novage для мужчин. И обратите внимание, только в этом каталоге у нас некоторые продукты из серии Novage, как вот мужской и в женской коллекции, выделены со скидкой. Это крайняя редкость, такого вот просто не бывает. Вот он гель, у Миши вся коллекция, ему нравится, вот он такого серого цвета, большой флакон. Я сама им пробовала пользоваться. Такой кайфовый, вот честно, даже завидую мальчикам, что у них такая красивая, классная серия. У них есть такое красивое, смотрите, как сделано, сыворотка и крем. Такие стеклянные, очень дорогие флаконы с дозаторами, что самое крутое, что не надо лазить пальцами. И вот такой вот крем для глаз, тоже обратите внимание, он с металлическим шариком. Тоже очень удобно. Все, хотим записать видео, как Миша делает уход за кожей. Я думаю, что если вы его попросите, то мы точно запишем. А то он все откладывает. Шикарная серия. Мужчины сейчас тоже любят с собой ухаживать, поэтому не будем им в этом отказывать. Мужчины должны быть тоже красивыми. Немножечко, несколько слов об аромате Love Potion Secrets, потому что это один из моих любимчиков. Смотрите, какой у него дизайн. Такой шикарный, роскошный флакон. У нас все кончилось, там прям 2 капельки осталось.
Обязательно будем обновлять как-нибудь. Сейчас просто много парфюма взяли. Очень крутой аромат. У него состав бесподобный. Все белое. Шоколад, цветы, клубника. Все в белых тонах. Очень вкусно пахнет. Такой вот девичий, нежный, вкусный, сексуальный аромат. Просто невозможно устоять, я бы так сказала. Прикольный аромат Love in Color. Он действительно необычный. Сочетание цветов и вот это розового ревня, белая амбра. То есть настолько необычный просто аромат. Ну, он мне как-то вот не пошел. Я его отдала маме, потому что мама просто была в таком восторге. И я ей говорю, забирай, просто есть аромат, который я больше люблю, чем этот. Очень тоже интересный аромат Amber Elixir. Необычный. И хорошо, что здесь есть возможность потереть страничку, чтобы вы его продегустировали, потому что это очень крутой аромат, прям бомбический. My Destiny тоже есть у меня аромат, забыла показать. Вы можете посмотреть мою коллекцию ароматов, есть отдельное видео. Но не в моем вкусе этот аромат. Да, он интересный, он прикольный, многим он очень нравится. Но мне он как-то вот не пошел, к сожалению. Зато вот мне очень нравится роза. Неожиданно, я не слишком люблю там сладкие ароматы, но этот аромат оказался интересным. Почему, я потом поняла. Персик. Я очень люблю вот такие сладкие фруктовые нотки. Соленая карамель, роза, вот все это в сочетании. И как приятный бонус, это шикарный флакон. Это, пожалуй, самый красивый флакон, который есть в Oriflame. Просто необыкновенный, вот все это так вот выглядит круто. Просто фантастика. Только из одного флакона можно этот аромат себе прикупить. И есть у меня вот такой вот аромат Sublime Nature Тонко, то есть бобами тонко. Необычно, могу сказать, незабываемо, неповторимо. Такого аромата я никогда не встречала. И не могу сказать, что там я от него сразу пришла в бешеный восторг. Но вот его неординарность притягательна. И я им тоже очень достаточно часто пользуюсь, и в восторге от него моя дочь. Она говорит, это так модно, это так круто. Как видите, он у нас тоже вот уже больше, чем наполовину закончился. И прям я его рекомендую. Тоже дизайнерский флакон, очень шикарный вот состав у него. Ну и просто приятно держать. Видно, что это аромат дорогой, но он и стоит как бы недешево. Так, двигаемся дальше. Про вот этот аромат пару слов скажу. Ну, все, что касается Эльвия, это всегда гарантирует стойкость, приятный очень вкус, необычный здесь. Меня подкупила малина-груша, некий аллокорт одуванчик, который я раньше не встречала. Он придает пикантность этому аромату, он тоже достаточно интересный, но он тоже у нас не очень популярный. Хотя аромат достаточно прям вот интересный. Первые дни я им прям активно пользовалась, а потом забыла и начала пользоваться другим. Ну вот надо вернуться к нему, потому что действительно достойный аромат, как и все в серии Эльвия. Будет какая-то новинка в мужской коллекции, обратите внимание. Так, здесь я вам покажу прям чуть-чуть. Вот у меня есть такая коробочка с украшениями. Уходит коллекция, девчоночки потом как бы не пожалеть о том, что забыли заказать или пожадничали и не выписали это чудо, потому что это такой эксклюзив, это так модно. Она выглядит, вот эта вот коллекция, как будто бы ручной работы, все сделано настолько тонко, изысканно, изящно. И вот смотрите, насколько я активно это все таскаю, это особенно вот эти серьги, стрекозки. Я их просто вот не снимаю практически все лето. Настолько они мне нравятся, они подходят под все наряды. Потому что если вот мы говорим про вот эти розовые цветы, то они не подо все подряд подходят. А это практически подо все. Они такие воздушные, невесомые. Прикольно вот эти цепочки свисают. Просто супер. Посмотрите, какое качество. То есть нигде ничего не размахрилось. Все на месте. Поэтому прямо рекомендую. Чтобы потом не жалели о том, что не приобрели себе такую коллекцию. Думаю, это долго будет модно, потому что все, что такое ручной работы, все, что дизайнерское, необычное, оно долго остается, как говорится, в наших хитах, да, в трендах. Тоже шикарные наши омега-3 бьюти-комплекс. Тоже пьем постоянно, но я в основном беру себе wellness pack, вот такой вот, где полный комплект, две омеги, астаксантин и витаминка. Я каждый день выпиваю такой комплекс обязательно, а астаксантин всегда беру отдельно.
всегда дома баночка астаксантина на всякий случай. Потому что если вдруг мы там, ну, что-то чувствуешь себя не очень, лучше выпить несколько штучек астаксантина, чтобы простимулировать свой организм. Ну, про wellness это отдельная история. Wellness нужно пить, потому что если хотите быть здоровыми и красивыми, то посмотрите, что вы кушаете, потому что мы есть то, что мы едим, а в еде витаминов не хватает. Ну вот, мы дошли до сыворотки против пигментации. Я взяла себе тоже эту сыворотку на день, чтобы поддержать кожу, потому что появились некоторые пятнышки на лице. Они, правда, еле заметные, но все равно неприятно. Хочется, чтобы все-таки либо были веснушки красивые на лице. Кстати, веснушки сейчас очень модные, девчонки даже их специально подрисовывают. Либо чтобы это была чистая, идеальная кожа. И когда вылазит там несколько пятнышек в непонятных местах, несимметрично, то лучше, конечно, с ними поработать, пока они не, там, не увеличились и не закрепились. Поэтому я взяла себе вот эту сыворотку. Хочу сказать про нее несколько хвалебных речей. Во-первых, она необычная. Вот капельку прям выдавлю вам показать. Смотрите, у нее такое вот розовое сияние. Она настолько приятная для кожи. Ее просто вот фантастически приятно наносить. Суперская сыворотка, рекомендую. Вообще мне вся эта коллекция нравится, осветляющая. Я тоже ее периодически беру для кожи. А здесь у нас, на что я хочу обратить внимание особенно, это матирующие салфетки, потому что вы можете их просто не заметить. А это спасение для обладательниц жирной кожи. Это просто фантастика. Возьмите себе хотя бы раз, попробуйте. Такие маленькие салфеточки, прям такие малюсенькие. Вы ими одной промакиваете все лицо, и оно выглядит так, как будто вы только что сделали свежий макияж. Тоже классная антивозрастная серия. Рекомендую. Просто если средства не позволяют взять коллекцию Novage, то даже не парьтесь, не переживайте, возьмите эту серию. Главное — уход. И акцент, что это антивозрастной уход. То есть если вам уже там 35+, то смотрите, да, уже что-то посерьезнее. Покажу вам флакончики. Сама я только использовала маску, а флакончики я отставила в сторону, даже их не открываю, потому что просто увидела, когда что они такие маленькие. Кстати, не обратила внимания, когда покупала, что здесь 50 мл в очищении и 30 мл это гель-крем для лица. Но когда я увидела, какая это прелесть, и это так легко, я отложила для того, чтобы брать с собой в путешествие. Потому что когда едешь в путешествие, например, такую банку с кремом, которая весит в 3 раза тяжелее, чем вот 2 этих средства, то подумаешь уже, да, что выгоднее. Поэтому я вот беру такие вот маленькие средства с собой в дорогу. Но от маски я в восторге. Мне она очень понравилась. Гелевая маска очень большая. Вот она всего 75 рублей. 10 мл. Ее хватило мне на 3 раза. 3 использования одного пакетика. Я считаю, это очень выгодно. 25 рублей это без скидки, а со скидкой и того меньше. Коллекцию Novage я не стала брать, взяла только 2 средства. Я сейчас пользуюсь полностью, у меня весь набор экологен. Вчера, кстати, у меня был заказ на эту серию, рассказала свои ощущения, показала свою кожу, рассказала, что мне 44 года, я ни разу в жизни не была у косметолога, и девушка просто обалдевшая, говорит, я тоже хочу так. Вот, мы выписали вчера эту коллекцию. Что хочу сказать, это супер. Это супер будет, если вы будете пользоваться комплексами целиком, не выборочно каким-то кремом, а именно эффект вы получите тот, который заявлен компанией, да, в каждой серии свой эффект идет, только при условии, что вы пользуетесь серией целиком, а не так вот, да, взяли там крем один и все. Так, ну вот сыворотку я вам показала. Кстати, удивительно, что на средства некоторые такая большая скидка, поэтому если нужно что-то пополнить, обязательно это сделайте. Так, что-то еще тут было. Где-то была, мне кажется, масочка я приготовила, но не вижу. Хорошо. Дальше двигаемся. Тоже про SkinPro хочу сказать, что... Ну, вот сказать, что я довольна, это не сказать ничего. Я просто каждый день пользуюсь этим гаджетом, а на меня это вообще не похоже, потому что я обычно первое время пользуюсь, как вот старый был SkinPro, я им пользовалась, потом забросила, потом периодически пользовалась, потом нет, потом совсем опять забросила. Этим пользуюсь каждый день, получаю безумный вообще восторг, экстаз.
И все, кому я рекомендовала этот набор и уже начали пользоваться, такие отзывы присылают, звонят, просто благодарят, потому что это действительно гаджет вообще суперсовременный. И он там не просто вращательное движение, а это супер, да, система 3 в 1 со звуковой технологией. Представьте, да, себе, 3 насадки. Моя любимая массажная. Как я говорю, да, можно прям оргазм испытать, когда вы делаете массаж лица и шеи, это просто, просто нечто. И есть у меня серия Eco Beauty, как раз масло, вот уже его не так много осталось. Очень интересное масло, классно пахнет, да, Eco Beauty у нас на 95% содержит натуральные компоненты, и это очень приятно. Мне очень нравятся флакончики в этой серии, тоже я брала ее всю, мне она вся подошла, мне все очень понравилось. Но особенный экстаз у меня вызвала эта розовая вода, это тоник с распылителем. Ну, это просто фантастика, когда он будет со скидкой, я его обязательно себе возьму, просто потому что он кайфовый. И вот и аромат, и состояние, и как это все наносится на кожу. Ну, сегодня я расскажу вам про питательное масло. Буквально вчера я как раз делала с этой насадкой массаж лица. Когда я встала утром, посмотрела на свою кожу и обалдела. Она стала еще красивее, как будто бы она более упругая такая стала, подтянутая. Ну, супер, видите, тут оливка нарисована. А вы знаете, что оливки очень полезные для кожи. То есть я его буду использовать как вот с массажной насадкой на ночь. Просто супер. Так, из этой коллекции я вам ничего не приготовила, но могу сказать, что дочка моя ей периодически пользуется. Классная, прикольная коллекция для подростков, у которых проблемы там уже какие-то прыщики вылазят. Вот сейчас у меня дочка пользуется этим средством алоэ пенка. Это гель пенка, очень нежная, приятная. Очень популярное средство серии Sentiles, тоже и ценовой, вот этот параметр достаточно приятный, и сами средства популярные. Так, теней у меня таких нет, слишком много теней. Так, что я вам хочу рассказать? А, забыла приготовить подводку. Из этой коллекции я пользуюсь щипчиками периодически, удобные клевые щипчики. Прикольная тушь, двойная, как бы кисточка двойная, она бывает много на нее набираешь, если открываешь другой колпачок, снимаются излишки туши, и она более такая становится прозрачная. Тоже очень крутая тушь, шикарная подводка. У меня есть черная и желтая, и синяя. Кстати, у меня вот три подводки. Классно рисовать, очень удобная длинная кисточка, вот приятно такое делать сразу рисунок стрелки без отрыва буквально, то есть начинаешь и прям без отрыва ведешь. Прикольный гелевый карандаш, только его нужно обязательно плотно закрывать, у нее есть такая точилка, но она не точит вот этот вот контур, да, она только точит сам стержень, делает его более тоненьким. Понравилась мне объемная тушь, но все-таки мои кисточки больше это такие вот, как я вам показывала, такие вот 5 в 1 тоже, да, вот эти кисточки мне больше подходят под мои реснички, поэтому я беру, пробую все туши, чтобы получить свое впечатление, ну, потом я пользуюсь только любимыми. Очень интересная кисточка вот у туши «Уход для ресниц», тоже клевая, классная кисть, она очень хорошо, за счет того, что щетинки, получается, хорошо прокрашивают внешние реснички, как раз то, что нам нужно, он их удлиняет, делает более такими толстыми, глаза прям распахиваются. А вот про эту тушь хочу немножечко сказать, что она термостойкая, то есть она термосмываемая, и с ней вообще безопасно плавать в водоемах, в бассейнах, в душе в прохладном купаться, то есть попасть под дождь, под снег, она никуда не денется. Испытали ее и в море, и везде-везде. Так, на этой страничке у меня есть что вам показать. Это праймер, бальзам-праймер. Вы знаете, он у меня как-то не вошел в мою жизнь, немножко я им попользовалась, и вот он у меня лежит, я вообще про него, честно говоря, забыла и вспомнила, только увидев его здесь. Я не могу сказать, что у меня какой-то там эффект от него обалденный, ну нет, может быть, я просто мало им пользовалась, но ничего не могу сказать, восторгов я не испытываю. Покажу вам помаду, это помада Stick, смотрите, удобно, как она выкручивается. То есть не нужно точить, это ее первый такой лайфхак. Второй, смотрите, какой цвет. Он настолько энергичный,
что под этот цвет нужно, чтобы была молодая, идеальная кожа. Я его взяла себе, ну, несколько я его смущаюсь на себе носить. Во-первых, я так не загораю сильно, чтобы выглядеть там, да, как-то загорелой мулаткой. Я его отдала дочке, и вот на ней он выглядит просто бесподобно. То есть это смелый цвет, смотрите, какой это такой ядрёно-бело-розовый оттенок, просто сногсшибательный. Вот, так что прям рекомендую. И он приятно так пахнет, ну, практически такой тонкий-тонкий аромат, нейтральный. Так, это я вам показала, еще покажу вот такую помаду, мерцающий беж. Просто супер беж, смотрите, какой цвет. Вот это вот мне нравится, такие вот блестяшки, на солнце все это сияет, переливается, это просто такое волшебство, клево. И покажу вам бальзамчик. Ага, у меня не такой, у меня цветной бальзам. Ну, просто чтобы вы видели, какой объем, всегда смотрите объемы, 1,7, то есть он небольшой, но его хватает надолго, и он действительно дает такой шикарный уход губам. И, это вообще другое, это бальзам для мгновенного увеличения губ. Ребят, все, я все перепутала, но это бомба, вот это бомба у нас сейчас, да, и всегда и было, и есть, и будет, мне кажется, в моде пухлые губки, и он действительно дает такой эффект, то есть губы увеличиваются и становятся более яркие. Пробовала я такой бальзам, он очень клевый. Так, из этой коллекции у меня есть пудра из Avon, которая мне очень нравится, но я потеряла пуховку и вырезала пуховку из серии Giordani. Вот такая пудра, у нее хорошее плотное покрытие, у меня оттенок светло-бежевый. Мне пудра нравится очень, то что и с собой носить, и шикарно подправить макияж. Ей можно запечатать макияж и просто нанести как облачко, если взять кисточку, ну супер. И покажу вам закрепляющий спрей для макияжа. Я им не пользуюсь очень часто, но в жару он меня просто спасал. Вот реально он работает, он вот все, что заявлено, то что он невесомый, шикарно закрепляет макияж, то есть целый день, даже если очень высокая влажность и физические нагрузки, я с ним ходила на тренировки, плавала в бассейне везде и выходила просто из зала, из фитнес-клуба выходила просто как новенькая. То есть мой макияж абсолютно не страдал. Вот это вот мне очень понравилось, и я прям рекомендую. У меня небольшой его расход, но все-таки да, такая вещь, она должна быть. Там, может быть, на вечеринку, на дискотеку, но куда-то на мероприятие надо с собой это взять. Так, здесь, на этой страничке, у меня не очень много всего, но я вам покажу щеточку. Вот такая вот клевая щетка. У нее очень жесткие щетинки, поэтому она шикарно и кутикулу отодвигает, и всю грязь вычищает. Я вот недавно была задействована на работах земельных по собственному желанию. И потом я просто этой щеточкой идеально отполировала ногти, всю грязь вычистила. То есть, ну, даже никто не заметил, что я где-то там работала. И мне очень нравится то, что есть такая веревочка. И вообще она так круто сделана. Вот эта все деревяшечка так классно обработана. Приятно держать в руках. И вот у меня эта щетка уже больше 2 лет в использовании. Как она только вышла, я ее купила, и вот все, она у меня с тех пор, и постоянно мы все ей пользуемся. И она нам очень нравится. Прям рекомендую. Будет какая-то новинка, двухфазное масло для ногтей, кутикулы. То есть, да, если вы не делаете гель-лак, а носите естественные ноготочки, то, конечно же, за ними надо ухаживать. Здесь я вам покажу только румяшечки. Посмотрите, какие они клевые. Оба оттенка. У меня и розовенький, и коралловый. Но я хочу сказать, что кто-то, может быть, скажет, ой, какие маленькие, а я хочу сказать, слава богу, что они такие маленькие. 2 грамма, и хватит не знаю на сколько, и хотя бы не будут такие бандуры, да, как эти, занимать место в косметичке, очень удобно взять с собой. И прикольно вот то, что такие вот цвета, смотрите, какие они классные. То есть это не жутко розовый, да, как вот эта помада, например. Это не коралл, который ядовитый, а он очень приятный оттенок. Я вот сейчас уже пробовала эти румяна, слегка загорелая кожа, и подчеркнуть, да, придать сияние вот этими цветами просто великолепно. Мне очень понравилось. Бальзамочков у меня пока нет. Обратите внимание, что эти бальзамы будут с ароматом малинового мороженого. То есть, да, губы будет желание губы съесть. Ну, к сожалению, из этой коллекции у меня практически ничего нет.
я не пользуюсь, я не люблю помады в таких вот простеньких упаковках, я предпочитаю какие-то вот, ну, такие помады. Но у меня есть карандаш, я просто брала на пробу, обратите внимание, какой он маленький. То есть, да, чтобы вы, когда его выписывали, вы всегда смотрите, 0,7 грамма. То есть он небольшой, вот он такой. И вот мне в нем понравилось то, что он маленький, его просто с собой носить, косметички, не такую бандуру, да, там, подводку или еще что-то. Вот, если мы говорим о карандашах, то он маленький, невесомый, если просто подправить макияж, немножечко подвести стрелочки, или вдруг захотелось усилить макияж, то вот самое то, что надо. Кстати, вот эта тушь очень популярная, обратите внимание. А, вот как раз и моя помада пригодилась. Вот она, чайная роза. Сейчас она прям у меня любимая-любимая, шикарный оттенок. Где-нибудь вам покажу. Тут давайте. Такой матовый, просто красивейший цвет. Он мне очень подходит, и я с этим цветом себя чувствую комфортно и дорого. То есть губы выглядят очень дорого, лежит на губах великолепно, она, мало того, что она матовая, она еще очень стойкая, то есть я могу с ней там перекус какой-то сделать, чайку попить, и она не стирается, то есть она остается на губах, я даже не подправляю макияж. И я вам покажу три карандашика из серии Giordani, как вы видите, Giordani у меня, ну, серия популярная в моем обиходе. Вот как раз карандаш, я вам покажу вот здесь, это у нас, наверное, гордения. Я так чувствую, что это она. Давайте проверим на всякий случай коду. 81. Да, это гордения. Смотрите, идеально подходит под чайную розу. Такой приятный цвет. Я даже им некоторое время иногда красилась просто одним карандашом без помады. Так, здесь у нас помада, карандаш. Сейчас найду розу, 83 оттенок. Просто роза. Вот такой цвет. Уже такой насыщенный. Подходит под все розовые клеверные оттенки. И MAC. MAC — это мой любимый. Просто фантастически красивый карандаш. Тоже можно как матовые губы сделать красивые, особенно на фотосессию. Просто шикарно. Прекрасно покрывает все губы. Чудесно прорисовывает контур. Очень мягкий. То есть вот из всех из этих карандашей он самый удачный. Вот именно по текстуре. Я не знаю, чем это объясняется. Ну, наверняка разные пигменты там по-разному работают. Но именно MAC вызывает у меня восхищение и высший балл. Просто из всех карандашей, которые у меня были за всю жизнь, это лучший карандаш вообще на свете. Так, далее, что я вам покажу. Пудра у меня есть компактная, минеральная. У меня прозрачный оттенок, но несмотря на то, что он заявлен прозрачным, он белесый. То есть сейчас он никак не подходит на загар. Он не идет только зимой, когда кожа действительно бледная такая вот. И вот зимой я этой пудрой пользовалась постоянно. А на лето, конечно, она никак не идет. И в этом каталоге у нас шикарное предложение при заказе любого продукта из каталога румяна в шариках всего за 499 рублей. И самый удачный цвет — это как раз естественное сияние. И вот они у меня есть. Посмотрите, вот, да, в баночке они тут ярче выглядят. На самом деле очень клевый такой оттенок. Когда мы кисточкой собираем со всех шариков по чуть-чуть, получается натуральный, красивый цвет, который подходит на любой сезон, под любую кожу. Это просто естественная, выглядит, да, естественно красивая кожа. Поэтому вот эти румянички я очень люблю. И баночка тоже хорошая. Мне нравится, что нет вот этой крышечки, которая постоянно раньше отламывалась. Да, проще закрутить, и все будет в полном ажуре. Так, ускоряемся. Из этой серии у меня ничего сейчас нет, но я постоянно беру маску для волос, когда она со скидкой. И очень классные шампуни, но если у вас кожа жирная, то вам они, конечно же, не подойдут, потому что мед и молоко, он более подходит для волос нормальных, склонных к сухости. Или если кожа у вас, например, сухая, там некомфортно себя кожа чувствует, то это самое вот то, что нужно. Ах, забыла вам взять такой дезодорант от натоптышей. Вот бомба просто. Ой, не от натоптышей, а от натирания. Просто бомба, потому что особенно когда вот новую обувь берешь, обязательно, потому что какие-то места самые неожиданные. Поэтому я обрабатываю ноги полностью, ступню, и хожу в новой обуви абсолютно безопасно. У меня ни одной мозольки ни разу в этом году не приклеивала себе эти вот, как
называется. Ну, вы поняли, да? Очень нравится вот эта щеточка. Она с изгибом, и за счет этого так удобно полировать пяточки и пальчики, и вообще всю ступню пройти, вот всю подошву ножки. Великолепно. Мне нравится, что у нее достаточно такая грубая поверхность, классно сдирает всю вот эту вот мертвую кожу. Ну, вот просто великолепно. Из этой серии у меня ничего нет вам показать. Кстати, один из любимых Мишиных ароматов, и мне очень нравится, как он звучит, Excite от Димы Билан. Очень вкусный аромат Эклуа Люи. Это вот из свежих ароматов. То есть, если вы любите более такие свежие, то это как раз оно. Такого аромата у меня не было. И добрались до моего любимчика. Это Essenza Gold. Giordani Gold Essence. Самый вкусный, самый дорогой, самый стойкий, самый вообще самый чудесный аромат на свете. И мне очень нравится, что у него вот этот, да, состав, то что бергамот, вот этот цветок, да, так, вот такое все классное, необычное сочетание, то есть древесно-цветочный, фруктовый, он просто волшебный, он просто волшебный. Я его никому не даю, пользуюсь сама. Ага, вот мы добрались как раз до этих средств. Я вам продемонстрирую два средства, которые у меня есть. Это для снятия водостойкой косметики, медузка, да, я его называю. И вот розовенькое средство для снятия макияжа. Мы сейчас с вами их как раз и протестируем. Я где-то приготовила ватные диски. Вот у меня ватные диски. И как раз мы попробуем с вами вот поудалять вот этот вот... То, что я нарисовала, вот эту палитру. Ой, зачем-то я взбила по привычке. Потому что вот этот нужно взбивать. И мы с вами пробуем. Наносим немножечко средства. И просто прикладываем. Как обычно, средство нужно подержать. И сейчас я в другом месте тоже нарисую. Потому что вот это очень плохо стирается. Так, пожирнее прям нарисую. Пусть подсохнет. Мы с вами попробуем сначала удалить обычным средством, которое для обычной косметики. То есть мы подержали. И как видите, вот черный он получше удалился, а вот зеленый он вообще какой-то термостатический. Помада хорошо удаляется, ну для губ тоже. То есть обычный вот макияж, он как бы снимается хорошо. Давайте пробовать теперь средство, которое я обожаю, это вот у меня дочка этим пользуется, а я люблю именно для снятия водостойкой косметики. Почему я его люблю? То есть это более какое-то щадящее, что ли, оно не так круто, не так быстро удаляет косметику. И наносим средство и подержим. Не нужно тереть кожу, когда вы пытаетесь удалить макияж. Нужно просто подержать, дать средство поработать, чтобы макияж растворился, отдался ватному диску. И потом только аккуратненько, вот так вот одним движением, да, нужно все стирать. Ну, вот смотрите, какой он бомбически злой этот карандаш. Даже не хочет стираться водостойкой этим средством. Но зато все остальное это средство стирает просто на ура. И мне нравится вот эффект, он такой какой-то жирненький, и после него кожа сразу уже увлажненная, мягенькая такая, вот приятная на ощупь. И вот этим дольше удалять макияж, чем синеньким, чем средством для снятия водостойкой косметики. Ну так, я буду сегодня ходить зеленым вот таким пятном, сама себе нарисовала, вот. Так что вот так. Выбирайте на свой вкус, но я выбираю всегда вот именно медузку для снятия водостойкого макияжа. Так, продолжаем. У нас осталось совсем чуть-чуть, наберите терпение. Я расскажу в двух словах про средства для бровей. Брала я себе карандаш-маркер. Он мне не понравился, ничего я в нем такого не увидела восхитительного, потом же он быстро высох, я даже им толком не попользовалась, поэтому у меня его никогда не заказывают, я его никому не рекомендую. Может быть, я его просто не поняла, честно могу сказать, но зато корректор для бровей, буквально в ближайшее время вы увидите видео, как полностью сделать макияж, только используя корректор.
Я от него в восторге. Я его перезаказываю постоянно. Уже вот как он только появился, много-много лет я им пользуюсь. Вот с ним можно сделать брови просто шикарные, просто восхитительные. Очень удобно у него тут потайной есть ящичек с кисточками. И в дорогу взять. То есть он за вам заменит и брови подкрасить, да, пойдет, и тени, и сделать коррекцию лица, и еще и воском закрепить все, да, все брови. Очень шикарная, крутая вещь. Поэтому я всегда ставлю высший балл вот именно этому средству. Тональная основа именно антивозрастная. Обратите внимание, есть в таких же тюбиках минеральная тональная основа. Это антивозрастная. И почему-то среди моих клиенток она пользуется большей популярностью, чем минеральная. Поэтому смотрите, какая классная цена. Шикарная палитра цветовая. Выбирайте себе любую и заказывайте. А, вот. Конечно, добрались. Значит, не зря я приготовила. Это мой любимый скраб. Но вы знаете, в связи с тем, что у меня появился аппарат SkinPro, вот такая вот супер необходимость в скрабе, она как бы даже и отпала. Но все равно им очень приятно пользоваться. Мне безумно нравятся вот эти вот частички. Сейчас поскрабируем как раз этот крем. Мельчайшие частички пеленгующие просто, они даже настолько незаметны. И настолько шикарно и глубоко очищают и полируют кожу, что я даже не знаю, вот, насколько я его люблю, что, видите, у меня уже чуть-чуть осталось, что, скорее всего, я закажу новый, просто потому что я его очень люблю. Тем более за 400 рублей, а со скидкой будет еще дешевле. То есть приятный пилинг идет. Видите, он такой кремообразный. И после его использования кожа уже как будто бы увлажненная. Собака пришла пить, чавкает. Так, ну мы продолжаем. И маска. Не буду открывать лишний раз, она действительно такого белого приятного цвета. Я ей пользуюсь достаточно часто, особенно когда знаю, что завтра ответственный день, нужно круто выглядеть, будет какая-то съемка или встреча. Я ее использую прямо на крем, как положено. То есть сначала наношу ночной крем, потом сверху эту маску, она быстро впитывается. И вот я не знаю, что у нее в составе, но она просто магическая. Действительно, кожа настолько сияющая, розовенькая и румяная, как будто бы я омолаживаюсь. Обратите внимание, будет набор из 6 средств всего за 499 рублей, а со скидкой за 400. И здесь и гель, потрясающий классный гель, успокаивающий, расслабляющий с лавандой. Будет 2 средства, крем для век и крем для лица. Это из такой вот лайтовой, да, серии. Не люкс, да, но это Love Nature, она приятная, эта серия. У меня, кстати, мама брала такую коллекцию. Я ночевала у мамы и пробовала вот этот крем. Ну, после Novage, конечно, разница чувствуется, но тем не менее он достаточно приятный. Здесь у нас есть маска с глиной, тоже большой объем, который хватит на 2-3 раза в зависимости от объема лица. Шикарный крем для рук, жирненький. И мое любимое средство, смягчающее со смородиной, с ароматом смородины. Поэтому обязательно заказывайте для себя. Всего, если ваш заказ из каталога, на 990 рублей. Например, один раз 990, один набор берете. Два раза 990, можете взять два набора и так далее. И завершает у нас обложка. Это вот красивые помады, стики. Где-то у меня есть такая помада. Одна. Правда, у меня их немного. Не знаю, почему-то все-таки я больше люблю вот такие помады, но такая у меня тоже есть одна, даже не помню какой цвет, 88 на конце, сейчас поищем, есть ли она здесь вообще такая. Вполне возможно, что это у меня из старой какой-то коллекции. Ну да, ну по крайней мере я вам покажу, как они выглядят, то есть такой футляр, вот так вот она выдвигается, и вот такая вот классная, красивая помада. Давайте ее тоже попробуем. Смотрите, какое нанесение. Ну, она выглядит на губах очень дорого. Очень. То есть это такое вот красивое покрытие. Очень стойкое. Да, это матовая помада как раз. И очень много оттенков. Посмотрите, на любой вкус. То есть вы себе выберете то, что вы захотите. Побалуйте свои губки. Потому что она и лежит классно, и ухаживает за губами. И просто очень красивая. Вот, пожалуй, все. Мы с вами посмотрели.
Ну вот и все. Мы с вами полистали вместе каталог. Надеюсь, что вам было это полезно. Вы определитесь так проще, что вы для себя закажете из 11-го каталога. Конечно же, я вам желаю вкусных покупок, которые будут не просто вас радовать, а которые будут использованы до дна, чтобы все баночки были пустые и не стояли просто так на полочках. До новых встреч! Пишите комментарии, не забывайте ставить лайки. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!